Шалом, как ты там? У меня тоже все хорошо. А в эфире самый актуальный и прозрачный чарт казахстанской музыки во вселенной Gaku Top 10. И мы начинаем. Претенденты впервые с февраля 2017 года попала Дильназ Ахмадиева. Интересный факт. Диля чуть ли не главная звезда Followers, а в десятку еще никогда не попадала, представляешь? Только в претенденты. Это надо исправлять, несмотря на то, что песня называется «Керек жок». Керек жок, керек жок, жаным, керек жок, В прошлый раз мы с тобой беседовали о незаслуженно низком 9-м месте Жолдыбаевой. А сегодня ты ее еще ниже спустила. Неужели тебе она настолько не понравилась? Или ты ревнуешь, бейба? В чем дело? А, понял, сладкое тебе нельзя. Поэтому за карамель не голосуешь. Карамель, баралем, барабер, таралем. Жаныңа беремін мен жаңа дем. Енді не болар маған? Карамель, тілімнің ұшында карамель. Түнімен ала бер бергел, түнімен түнейді берлер. Күй отымасын, сүйді ерінді ерін. Біз енді таптық ненің керегін. Жабыстыр желім, қолыма орал белін. Түсіне алмай неге себебін. Зато Alien ты подняла на одну строчку. Спустя полмесяца заметила, что ребята в десятке, и решила проголосовать. Или ты все Ками мстишь? Ладно, хочешь, давай клип посмотрим и дальше двинемся. Зируза, видимо, окончательно всем надоели. Они снова упали на 8-е место. И если в ближайший месяц ничего не изменится, то 20 июня мы их проводим с этой же строчки. Но пока ребят еще можно спасти. Для этого надо активничать у нас в Телеграме. Ох, тумбагалхам! Главные фанаты MD и группа Бюра со своим треком MD сегодня 7-е. Парни поднялись на одну строчку, пока на других каналах уважаемые люди спорили про надобность некоторых букв в названии трека. Нашли о чем говорить. Лучше бы проголосовали за ребят, согласись. Это музыка, MD это музыка. Самый старый клип десятки опустился на 7-е. С ностальгией вспоминаю, как Райм и Артур штурмовали тренды Ютуба когда-то давным-давно. А сейчас они уступают новым трендсеттерам. О них после клипа. Shut up.
башады өзіңе, басымдағы шәукеле. Қанша ағын қосқан әніне, қалаулайым қалала күлай. Қалаулайым қалала күлай. Қалаулайым қалала күлай. Еркей Смахан входит в пятерку не только на всемирно известном видеохостинге, но и в нашей десятке. Трогательная история цепляет абсолютно всех. Кстати, ты же знаешь, что главные герои этого клипа на самом деле муж и жена. А вот... Альба и ее умение петь по слогам все еще на четвертом месте. Выше девочка из Джуза пока не поднялась. Но время на более высокое место у нее все еще есть. Пока братаны не подъехали. Смекаешь? Виноградинки тоже висят там же, где были на прошлой неделе. Говорят, фанаты голосовали за них, чтобы они поднялись на второе место. Нох здар бахмбайм деп турвалт. Видимо, им на третьем комфортней. Их песня про растаявший снег на второй строчке. 500 голосов им не хватило, чтобы обскакать лидера. Так что парни решили реализовать план Б, подождать, пока он вылетит. Ждать придется месяца полтора, поэтому я не уверен, что эта схема сработает. Так, вроде ни про кого не забыл, на всякий случай давай еще раз пройдемся по списку. На 10-м месте была горячая Камшат. Карамель, баралем, барабер, таралем. Жаныңа берем, мен жаңадем. Енді не болар маған. Эллин поднялись на 9-е. Алар и Зируза, 8-е. На 7-м кудрявые. Так это музыка, им дейт музыка. Штейтер беркен, танында еркен, сезымында штейр устама. Так это музыка. А Райм и Артур теперь на 6-м. Шара-шара лошкей, Еркей Смахан стартует с 5-ки. Махаббатым гүлі солмайды, сезім бірақ мұңсыз болмайды, жетпейді мұң бұркын, мұң бұрты. Альба на 4-м месте. Бәрі-бәрі жақырайым, ара, сен кет барам, сен жүрпес балам, дара, балам.
бронзовые виноградинки на третьем. ЕКУ вторые. А лидером этой недели, как, впрочем, и предыдущий, стал Димаш. У него, кстати, в день выхода хит-парада день рождения, с чем мы его и поздравляем. И с первым местом тоже. Кот Толсон. Акула моя на мармана. Сезімдерді жанымды әнімді арнадың түзіне сен алмадың мөлдір жақтың қалғаның көзімдегі. На этом все. В эфире был самый актуальный и прозрачный чарт казахстанской музыки во вселенной «Гаку Топ 10». Голосуй в Телеграм и бери с собой зонтик. Майские грозы еще никто не отменял. Пока-пока.